Добрый день, мои зрители. Все лето хотел снять сюжет, но как бы натуры не попадало хорошее. Но вот теперь можно снять. Вот видите, это наблюдается картина все лето по погрузке военной техники. Но сегодня просто охренительная картина. То есть российская армия покидает Дальний Восток. То есть предательство практически зафиксировано. Вот видите, выводятся опять ракетные установки, вон там видно, вон там локатор стоит. То есть с комплекса С-300 обслуживание все сворачивается. То есть тут, конечно, будут втирать про якобы учения какие-то. Ну вот сейчас я перейду на ту сторону, просто покажу. То есть это не первый эшелон. Эшелонов таких за лето много было. Ну этот вот эшелон именно с ракетными установками. То есть вот тягачи стоят, вон здоровые. Все как бы. Это к вопросу, кому сдают Дальний Восток концессию, по чье крыло. То есть вот погрузочные эти самые машины, которые перевозят ракеты. Ну, сами тягачи как бы, грузовики. То есть не пусковые, а именно погрузчики. Опа. Картинка. Все это стоит вот огромный. Туда вон аж за горизонт уходит. Ну я так караулы дразнить не буду. Просто сниму. То есть это все достаточно новое. Ну скажем так, лет 15-20 техники. То есть стоит она на консервации. Она не успела ни поржаветь. То есть никакая не старая техника. Никакой это не капитальный ремонт, как будут говорить, да. То есть это все осознанная такая политика. То есть как ее можно комментировать? Ну, сейчас сниму еще один сюжет. В общем, вот так вот красиво все происходит.